Городские и сельские поселения в Щелковском районе строятся и развиваются. Но без трудностей, увы, не обходится. Не в первый уже раз руководитель администрации района Алексей Валов приезжает на строительную площадку компании ГТС «Трубино» в поселке Литвиново. Здесь возводятся дома с квартирами эконом-класса, что очень нужно и трубинскому поселению, и всему району. К тому же выглядит дом симпатично и оригинально. Однако будущие жители, вложившие свои средства, обеспокоены, что строители не сумеют сдать объект до конца года, как обещают. Да, сроки сдвинутся, считает Алексей Валов. Но в целом оптимизм присутствует. Ситуация остается у него на контроле. Мы видим, что идет кладка, 100 человек работают, рабочих. Конечно, для нас очень важно, чтобы он был сдан в срок, потому что это жилье эконом-класса. Есть достаточно большое количество уже проданного жилья, поэтому мы работаем с застройщиком плотно, находим общий язык для того, чтобы проблема была решена и объект был достроен. Вот их оптимизм, то, что в конце декабря как бы все будет готово, мы не разделяем. Мы понимаем, что где-то к маю. А эти дома в Литвинове уже построены и заселены. Но как только выпал первый снег, в одной из новостроек обнаружилась проблема. Строители уложили на крыльце очень скользкую плитку. Люди падают, получают травмы. Алексей Валов дал команду срочно принять меры. Управляющая компания спешным делом начала укладывать на ступенях противоскользящее покрытие. Ирина Микеда, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».